Пятая серия маршрута Москва-Красноярск, трасса М7, движение в сторону Уфы, движение на восток. Как вы, наверное, обратили внимание, меняется карта. Не знаю, что происходит с проигрывателем, но многие карты не могу открыть. Нужно будет звонить в техподдержку и выяснять, в чем причина. Детализация карта не очень, не то чтобы не очень, вообще отвратительная. С левой стороны Алексеевский, поселок по всей вероятности, населенный пункт. Больше, к сожалению, ничего на карте я примечательного не вижу. Сейчас попробую ответить на те сообщения, которые поступили к этому времени. Так, сейчас почитаю и отвечу на некоторые комментарии, которые поступили после четвертого видео. Значит, логин Андрей Клестов написал: «Вечер добрый, видео в Крым, вы сами себя ведете как большими буквами. Дебил, неадекват», ну и так далее. Ну, периодически получаю сообщения наподобие этого, где хамят, грубят. Были случаи, даже угрожали несколько раз. Требовали удалить видео, ну и так далее. Значит, ну, таких людей я помещаю в черный список. Ну, а тут я попробую ответить. Во время движения я стараюсь выбрать такой ракурс, чтобы, ну, ничто не мешало обзору. Не всегда это удается, потому что мало интересного смотреть в номерной знак впереди идущего автомобиля. Плюс ко всему, от впереди идущего в лобовое стекло, как в этом случае Москва-Крым, летел хлам, стекло загрязнялось, заляпывалось. Значит, обгонял фуру, вышел две полосы на трассе Дон, вышел крайне левый, занял, стал обгонять. Вижу, в зеркало заднего вида меня догоняют другие автомобили. Ну и, не снижая скорости, слева перестроился в правый ряд. Значит, считать, что подрезал, я так не могу, потому что никакой подрезки не было. Я не притормаживал, просто перестроился из левого в правый ряд. Ну, бог с ним. На другой день этот же водитель, был участок, где
Ну, колдобины, ямы, неровности. Я потихоньку объезжал, чтобы не повредить подвеску ходовую. Все-таки автомобиль в перегоне. Слышу этого же орла с каким-то домосекским тоном. Ты чего ты ко мне прижимаешься? Я его не видел, он был сзади. Ну, шел по правой полосе. Ну, такая небольшая там вроде бы перепалка была. Вот, он обгоняет. И из правой полосы перестраивается в левую. И, значит, ну, как говорят, учитель в кавычках. Ну, хрен с ним. Вот такая вот была ситуация. Кто дебил и неадекват, но не хочу больше касаться этой темы. И так слишком много внимания уделил пользователю Андрею Клестову. Я достаточно резко сам себя критикую, вот анализирую свое поведение, свои поступки на дороге. Вот, и не нуждаюсь в таких подсказках, особенно в такой тональности, такой форме. Так, ладно. Значит, проехали. С левой стороны остался город Воротынец. С левой стороны населенный пункт Красный Восток. Так, с правой стороны стоянка, на карте отмечена. Впереди недалеко развязка. Так, ну и продолжу отвечать на сообщения, комментарии. Логин ядро. Вот про маршрут Москва-Красноярск. Я сейчас сюжетное видео Варламова посмотрел. Там от новостройки обсирает. Вот бы вам там покатушки по Красноярску сделать. И вообще можно было бы в Абакан маршрут продлить и по Саянским горам прокатиться. Я бы сам с удовольствием по указанным маршрутом проехал и по катушке по Красноярску и все. Но дело в том, что я не путешествую. Я не путешествую по России. Я занимаюсь перегоном автомобилей. И не думаю, что владельцу понравится то, что на его автомобиле путешествуют, скажем так, как туристы. Стараюсь очень бережно относиться к автомобилю, к ходовой, к подвеске. Стараюсь объезжать по хорошим дорогам. Yeah.
А так вы, конечно, были мечты, желания. Я вот уже, по-моему, говорил как-то прошлых. Сбил меня этот рекламщик, и что говорил, забыл. Продолжаю вот отвечать, логин ядро. Значит, сейчас примкнул. Сообщество, кто снимает полное видео, это логин Путник. Логин Путник, он рассекает на Дальнем Востоке, по Восточной Сибири. Сам с интересом, когда есть возможность, просматриваю его видео. Замечательный ресурс, логин Путник. Юг России. Ну, под юрисдикцией Николай Брежнев. Замечательное видео тоже с комментариями, с покатушками по городу. Тоже мне, например, не всегда удается посмотреть его видео, но то, что удается, очень даже интересно. И еще, я думаю, интересный ресурс будет логин дороги, просто дороги. Вот, я думаю, вот как минимум три ресурса, где еще можно найти полное видео о трассах, полное видео это покатушки по городам. Я, конечно, один это, ну, не то чтобы не в состоянии, нет такой возможности. К сожалению, с огромным бы удовольствием проехал на Сахалин, на Колыму, заснять видео. Дальше Якутска у меня не получилось. Ну, то есть трасса Лена есть, но тоже уже устаревшее немножко видео, года три, наверное. Вот Колымы у меня вообще нету, Алтая вообще нет. Ну вот как-то так. Логин Александр VII. Швейцария в Нижнем Новгороде – это не район, а парк. Я в комментариях к одной из серий, к видео «Москва Кемерово», советовал вам посетить данный парк и снять панораму города со смотровой площадки. Да, помню, Александр, помню я этот комментарий, рекомендацию эту. Ну вот, к сожалению, пока... Не знаю, поеду я или нет. Если будет вариант в Магадан, на Колыму, например, еще вот на Сахалин, то, естественно, я это сделаю. Ну, а кататься ближе к Кемерово, ну, видео уже есть, и видео более-менее свежее. Поэтому вот как-то так. Ну, будем надеяться, что найдутся энтузиасты, кто возьмется проводить съемку, снимать. Ну, те регионы, где они вот в основном обитают, где они в основном передвигаются. Что еще хотел сейчас сказать, что-то из головы вылетело.
Ну, приближаемся к реке Сура. Я комментирую каждый файл в отдельности, пятиминутный файл. Стараюсь сокращать максимально, чтобы совпадало с реальной картинкой на ускоренном видео. Так, Александр VII написал по поводу мобильного интернета в Кстово. Ездил я туда на крестины племянника, конкретно был в Безводном. Связь была только у меня на московской симке Теле2. Интернет был в том числе. Местные были без связи, у них Билайн. Ну вот, это в очередной раз подтверждает мои слова. У меня там четко ловил мегафон, Теле2 у меня тогда не было. Стоял Билайн. Я с Билайна ушел на Теле2 со своим старым номером. Билайн звонил, уговаривал остаться, не менять. Там предлагал шикарные условия, чуть ли все не бесплатно и навечно. Но как-то мимо ушей он пропустил. Я несколько раз говорил, что мне важен интернет и мобильная связь по всей России. Он мне стал навязывать Москву и Московскую область. Тут будет и 4G интернет, и меняется оборудование. Несколько раз. Я говорю, мне не нужен московский регион и Москва с интернетом и со связью. Мне нужна связь по всей трассе. И самая надежная связь у мегафона. Вот. Ну а на Теле2 я пришел, чтобы протестировать, если будет такая возможность, и высказать свое мнение по операторам мобильной связи по России. Так, я опять немножко промахнулся с комментариями. Не совпадает с картинкой. Так, продолжаю движение с левой стороны по ходу Янгапаси. И насколько хватает глаз. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Насколько хватает глаз, я пока ничего такого не вижу, к чему бы привязаться. Касается вот опять-таки дальних перегонов, дальних поездок, ну, ближе чем до Красноярска, я, наверное, больше не поеду, пусть молодежь гоняет. Я бы с удовольствием повторю, что Магадан, Сахалин, ну, это связано не личная такая прихоть. Дело в том, что у меня появилось новое занятие. Я стал преподавать телеграфную азбуку в школе. И ребятишки с огромным интересом, увлечением ходят на занятия. Это раз. И во-вторых, считаю, что у телеграфной азбуки большая перспектива. Большая перспектива. Чуть попозже я коснусь этой темы. Сейчас закончится пятиминутный ролик. Наверное, я ошибся.
Thank you.
правой стороны. Это развязка с левой стороны Мурзикова. Далее Седук Косы. Садовое товарищество с правой стороны Энергетик. И так далее. Значит, коснусь немножко телеграфной азбуки. Некоторое время назад у меня была такая переписка в интернете. Логин Дмитрий Джи. Там я попытался объяснить преимущества телеграфной азбуки перед машинным кодом. Это нули и единички. К сожалению, без бумаги не получится это все объяснить. На пальцах это не объяснишь. Я пришел к такому выводу, что эта технология, нынешняя технология компьютерная, счетный машинный код нули и единички, он себя изживает, он уже подходит к пределу. Там невероятные характеристики, количество шин. Ну, шины, они там, это вторично, а вот тактовая частота и количество ядер растет пропорционально, ну, не знаю, арифметической прогрессии, наверное, пропорционально. Дело в том, что сейчас на многих на планшетах, на телефонах, на смартфонах, компьютерах, когда просматриваешь характеристики, видишь 1, 2, 4, 6, 8, ну и так далее, ядер. Мне стало интересно, я забил в поисковике самый мощный компьютер. Но он там выдал, по-моему, Серый Ветер, он находится в Китае. Площадь этого компьютера 740 квадратных метров. Количество ядер в этом компьютере 3 200 000. Это говорит о том, что нынешние процессоры, они себя изживают. Им на смену должны прийти другие. И другие, это которые будут базироваться на первичных сигналах, на машинном коде 0 и единичка. Вдаваться в подробности не буду, но если внедрить, организовать новые процессоры, новые технологии, то вот нынешние компьютеры, нынешние вот девайсы все, они будут выглядеть так, как, например, паровая машина. Например, с двигателем внутреннего сгорания. То есть вот эти технологии нулей и единичек, она себя изживает. И по технологии, если в основе будет лежать нули и единички, точки и тире, то в принципе можно от двоичной системы перейти к десятиричной. Ну, а это уже обыкновенный нормальный человеческий язык. И скорости там будут невероятно быстрее, и простота, и доступность. В общем, как-то так. Кроме того, что необычайно резко в геометрической прогрессии увеличится производительность процессора. Впереди город. Ограничение 60. Интернет как таковой прикажет долго жить, потому что сигналы можно будет передавать по радиосвязи. А если установить узконаправленную антенну, то
что можно избавиться процентов на 80 от разного спама, разного хлама и хакерских атак, ну и прочих проблем, которые сейчас имеют нынешние IT-технологии. Ну ладно, это может быть когда-нибудь более подробно об этом с кем-нибудь поговорим. Так, с левой стороны проехали Калай-Косы, справа Садовая, Садовое товарищество «Контакт» и «Солнечный». Двигаемся по трассе М7, ну, ориентировочно в сторону Уфы. Что такое? С правой стороны населенный пункт Малый Сундырь. Больше ничего определенного сказать не могу, к сожалению. Карта очень такая... Ну, в общем, проблема у меня с этим, с проигрывателем. Не знаю, удастся ли до конца разместить, обработать видео, потому что впереди еще Россия из окна поезда от Красноярска до Москвы. В общем, все сыпется, все издыхает. С левой стороны по ходу Шабаш-Косы. С правой стороны Пути-Косы. Салабай-Косы. Движение вполне комфортное. Морозно. Но асфальт... Асфальт сухой. Впереди, с левой стороны, Хыркасы, справа Микши-Энзеи, населенные пункты. Наверное, поселки небольшие. Так, кругом, что слева, что справа, лесополоса. Движение комфортное, интенсивность движения слабенькая. Я в Казань заезжать не буду. Далеко справа Яуши, населенный пункт. С левой стороны ОАО ЧПО имени Чапаева.
Чебоксары тоже заезжать не буду. Пройду по объездной. Впереди железнодорожный переезд, который ведет из Москвы в Чебоксары и далее. Но в город заезжать не буду. Достаточно много заправочных станций, мест для отдыха, для стоянки. Более-менее инфраструктура развита, обочина. Разметка, правда, не очень. Разделительный отбойник тоже отсутствует. Чебоксары объезжаем, город с левой стороны. Одна из самых бестолковых разъездов. Вот о чем я там сейчас не помню. Справа большие карачуры, новые лобсары, там же птицефабрика Юрма, лобсары, чергаши, ну, в общем, что-то такое. Впереди город, ограничение 60. Левый поворот, Алатырское шоссе. Справа Сатря косы, слева Вурман косы, Альгешева с левой стороны. Ну и, к сожалению, больше никакой информации из карты вытащить не могу. Примерно километрах в 5 с левой стороны аэропорт Чебоксары. На карте видна взлетно-посадочная полоса. Информации достаточно много на трассе, щиты указательные, указательные щиты, информационные щиты. Но на дороге временами наблюдается колейность.
приближаемся к городу Кугеси. Трасса М7, направление в сторону Татарстана и Башкирии. С левой стороны железнодорожная ветка уходит влево. Реклама на 15-м канале. Справа по ходу Карандай-Косы. Слева далеко впереди Абашева. ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Очень приятно. Справа Клычево. Деревня. Слева Байсарбаково. Справа по ходу Сичараки. Там же справа вторые Вурман-Косы и Би-Косы. Кто-то звонит. Алло.
с левой стороны впереди Цивильск, довольно-таки крупный город. Это с левой стороны. Но часть города справа, но основная часть слева. Цивильск. Ну, это километра через два, наверное, будет, через три. Впереди камера. Ограничение 60. Ну вот он, проезжаем Цивильск. Впереди камера. Ограничение 60. Да что такое? Через 500 метров на перекрестке. Ну вот, по сути, проехали Цивильск. Ну, еще немного и... Матрушка, мы уже проехали перекресток, это ты сейчас трындить начинаешь. Разговариваю с видеорегистратором. Какая степень сумасшествия? Ну, абсолютно не к чему привязаться. Впереди река Малый Цивиль. Река или ручей. Но на карте обозначен. Конечно, когда зелень кругом гораздо красивее, и перспектива, и панорама. Стараюсь держать дистанцию, чтобы стекла не заляпывались. На видео не видно, но этот хлам от колес на стекле налипает. Слева. Солнце в лицо временами, не очень комфортно, колейность, но обочина широкая, но грунтовая. Слева Нерши поселок.
левой стороны поселок Черичкосы, прямо к дороге прилипает. Ну а далеко справа и гор Воры, и прямо у дороги садовое некоммерческое товарищество «Динамо». Разметка временами более-менее удовлетворительная, хорошая. Местами нужно обновлять разметку. Но я думаю, снег сойдет, морозы отступят, и разметку обновят. Да, временами сильная колейность. Ну, наверное, летом опять начнут ремонтировать. И опять будут проблемы на дороге. Справа деревня Шетнербаси, в километре, наверное, и прямо на дороге, прямо примыкать к дороге будет Андреева базары. Проехали Андреева базары. С правой стороны старая Янситова. Напомню, трасса М7. Двигаемся на восток. Солнце уже справа. С правой стороны. Наверное, полдень уже. С левой стороны далеко деревня Янтикова.
На карте абсолютно голо. Никакой информации, просто голое место. Даже не знаю, что проезжаем. Те, кто отправится в поездку на восток, лучше всего, наверное, смотреть трек на, ну, отдельно на компьютере. Установить Яндекс или что там у вас есть. Видео можно смотреть на экране телевизора, а на мониторе компьютера наблюдать путь автомобиля в реальном времени. С правой стороны Еметкино. Далеко справа Чердо. Что такое, не знаю. С левой стороны далеко Карачёво, Илибары и Баягулово. Тут, видать, поселки. Так, ну это кратковременная остановка, немножко размяться. Не знаю, о чем. Не помню, о чем говорили. С левой стороны Липово. Поселок, видать, или деревня. Ну, прям у деревни на трассе такая небольшая парковка. Морозно на улице. С левой стороны Таганашева. Никакой больше информации. Ты сказал, что машина предложила тебе отдохнуть?
настроение бодрое, самочувствие бодрое, настроение в норме. Идем на восток. Так, подходит к завершению пятая серия. А это снимаю, просто красивая панорама была. Сопка. Ну, конечно, блики на стекле не дают возможности рассмотреть, конечно. Картинка просто восхитительная. Несколько лет назад проезжал, но ехал на запад, останавливался. Немножко отдохнул, снимал тоже эти места. С левой стороны старая Кюрлема. Справа разметила. Впереди железнодорожный переезд. Двигаемся по трассе М7 на восток. На этом трындеть заканчиваю. До следующей, по-моему.